Представляю вам наш новый прибор Вира. Это компактный бюджетный барометрический вариометр для пилотов парапланов и дельтапланов. Применение нового датчика BMP-280 производства Bosch SensorTech, высокоэкономичного микроконтроллера от ST Microelectronics и небольшого графического дисплея позволило значительно снизить энергопотребление прибора. Прибор питается от одной батарейки LR03 размера ААА напряжением 1,5 вольта, в народе микропальчикового или мизинчиковая батарейка. Заряда одной алкалайновой батарейки хватает на 60-80 часов работы с отключенной подсветкой дисплея и громкостью звука до 50%. Кроме основной батарейки для питания встроенных часов применяется популярная батарейка CR2032. Замену этой батарейки рекомендуется производить один раз в год. Низкое энергопотребление прибора позволило отказаться от аккумуляторного питания и цепи обслуживания аккумулятора, что примерно на треть снизило стоимость прибора. Применение нового датчика положительно сказалось на характеристиках прибора по сравнению с предыдущими моделями. Черно-белый графический дисплей отлично видим при ярком солнечном свете. Стекло дисплея покрыто защитной пленкой. Подсветка дисплея при необходимости может быть использована во время вечерних полетов. Управление прибором, как и в предыдущих моделях, осуществляется всего тремя кнопками управления, не считая кнопки включения-выключения питания. Для настройки прибора имеется интуитивно понятное меню. Меню на русском языке. Планируется выпуск прошивок на других языках. Внешний вид меню прибора и его главный экран напоминают наш прибор Comrade Easy. Однако этот прибор компактнее, экономичнее и значительно доступнее по стоимости. На экране присутствует шкала вариометра, усредненное значение вариометра, два альтиметра, график изменения высоты, время, таймер полета, температура и уровень заряда батареи. В памяти прибора сохраняются краткие данные 10 крайних полетов. Запуск таймера полета выполняется автоматически или вручную. Корпус разработан специально для этого прибора и изготовляется из ABS-пластика на 3D-принтере. Детали, сделанные на 3D-принтере, имеют специфическую поверхность и могут уступать литым корпусам по внешней эстетике. Но на сегодняшний день это наиболее простой, быстрый и бюджетный путь для решения подобного рода задач. На сегодняшний день доступны корпуса в двух цветах – красный и синий. Во время проектирования корпуса были предусмотрены приспособления для крепления прибора. Вот такие ушки или пазы для ремня. За габариты корпуса ничего не выступает, поэтому при желании его можно поместить в чехол. Компактные размеры позволяют носить прибор на руке, закреплять на ремнях подвесной системы, носить в кармане и тому подобное. Прибор комплектуется ремешком с текстильной застежкой. Часто ее называют липучкой. Вставляется он очень просто и позволяет закреплять прибор на кокпите или любом другом удобном для вас месте. Специальные зацепы не позволяют прибору соскользнуть с ремня. С этой стороны имеются крючки-застежки. И прибор уже можно где-нибудь закрепить. Ремень можно зафиксировать вот так, и мы получаем ворсистую поверхность застежки с тыльной стороны прибора. Также получаем возможность продеть ремень для крепления. В комплект также входит специальная проставка с крючками с обеих сторон. Прибор создавался как бюджетное решение для начинающих пилотов и пилотов выходного дня.